Привет, Кыргызстан, Россия, Казахстан. Короче, всем привет. Добро пожаловать на наш канал 3+. На этом канале я буду знакомить вас с самыми вкусными блюдами турецкой, европейской и азиатской кухни. На этом видео мы будем готовить блюдо, которое появилось здесь. Если вы готовы, поехали готовить. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться и поставить пальчики вверх. Сегодня мы будем с вами готовить легкое, но при этом очень вкусное и очень сытное блюдо. Давайте сразу переходим к готовке. В кастрюлю наливаем полстакана подсолнечного масла и кладем в кастрюлю мелко нарезанные 2 лука и 2 зеленых болгарских перца. И жарим до изменения цвета лука и перца. Потом добавляем нарезанные на кубики курицу. Тут примерно 700 граммов. Немного уменьшаем огонь. И жарим. Потом добавляем ранее приготовленный горох и морковку. Я их до этого приготовила. Вам тоже советую приготовить. Потом сверху добавляем специи, соль, тмин, тимьян и красный и черный перец. Потом 1 столовую ложку томатной пасты. Если у вас дома есть помидоры, вместо томатной пасты можете использовать помидоры, нарезать их на мелкие кубики и добавить. Хорошо все перемешиваем. Жарим примерно 5 минут и сверху добавляем полстакана воды. И на маленьком огне готовим еще 10 минут, чтобы курица полностью приготовилась. А мы тем временем можем приготовить соус. Кастрюлю для соуса кладем на плиту. Выливаем полстакана растительного масла или подсолнечного. И кладем туда 1 чайную ложку с горкой муки. Или же просто 2 чайные, то есть 2 столовых ложек муки. И жарим муку до появления запаха. После того, как прожарилась мука, добавляем туда 2 стакана молока. И постоянно перемешивая, доводим до кипения. Когда наш соус начнет густеть, добавляем туда черный перец, соль. Хорошо перемешиваем и кипятим еще 2 минуты. И отключаем плиту. Теперь в удобную емкость кладем нашу курицу, ранее приготовленную. Хорошо все распределяем на посуде. И сверху начинаем ложкой выливать наш соус. И сверху сыпем сыр.
отправляем в духовку и держим в духовке при 200 градусов до золотистого цвета. Как вы можете увидеть, наше блюдо уже готово. Делим на порции наше блюдо. Как вы уже заметили, наше блюдо очень-очень мягкое. Как вы можете увидеть, получилось очень вкусно и аппетитно. Надеюсь и верю в то, что вы тоже попробуете и останетесь довольными. Все использованные ингредиенты будут в описании, можете посмотреть там. Всем приятного аппетита!